здравствуйте! Вас приветствует команда КВН, срок годности не ограничен. Эскимо, Бескимо. И сегодня мы выступаем в стиле... Метро! Нет. Петро! Нет. Роберто! Нет. Петро? Да. Так, я не поняла, и почему-то мы не в полном составе. Почему без меня? Ну, мы посчитали, что тебе нужна более спокойная обстановка, а то твои нервы... Именно поэтому мы забыли забрать меня из детского сада. И вообще откуда? Из 90-х. Старье. Сама ты старье. У этого старья срок годности до сих пор не ограничен. Дом два, что ли? Нет. Только в 90-е можно было набить очумелую татуху, купив малабар. И еще. Ты только послушай. Какая была музыка? Перемотай. Да вы послушайте, какая музыка у нас. Я чё, пластинку заела? Иди отсюда. Ну, я думаю, вы поняли, откуда мы. Нет. На этой неопределённой минуте мы... Стартуем! Только в 90-е расшифровка МММ означала финансовая пирамида, а не как сейчас три мужских туалета. А теперь представьте, ребёнок первый раз пошёл в магазин. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, молока и масло. Масло только свежее, а то мама в тот раз брала, оно немного маргарин. И 200 грамм колбасы. Вам тоже свежее? Я сейчас уточню. Мальчика с мальчика назвали так не из-за того, что он маленького роста, а из-за того, что у него во лбу ноготок. А у нас гопник, который... Всем там легостей? Нет! Сейчас я маме позвоню. Ты что делаешь? Старье, старье втыкаю. Эй, продавщица, дай мне 200 грамм колбасы, не больше. А вам сырокопченый или вареный? Сейчас я маму приведу. Я забыла слова, поэтому танец. А спонсор нашего выступления – «Вкус детства». «Вкус детства» и наелся. А у нас разговор мужа с женой. Я пожаловалась. Дорогой, помнишь, я брала твою машину? Ну да, мою ласточку, да? Ну, помнишь, я ее брала, чтобы маму за покупками отвезти? Ну, мама, магаз, что дальше? Дорогой, я отвезла маму за покупками. Стой, машина где? В озере машина. Моя ласточка! В озере! Как такое могло произойти? Мать твоя, где? Да моя ж ты умница!
Вот, мамы не было, я папу приму. А это точно ваш сын? Я уточнить. А у нас дебилы. После игры команды обычно хотят сказать те слова, что накопились у них за всю игру. Редиска, расческа, аккумулятор, асфальт и амфибрахий. Нет, не этим. Не этим? А какие? Вот эти. Сегодня мы выступаем ради улыбок и смеха. Ради вашего веселья и нашего успеха. Мы надеемся, что вы поняли нас. Насчет того, как круто выступать для вас. Нам понравилось все, вплоть до мелочей. Адекватное содействие и много других вещей. Приятная атмосфера – это ваш конек. Мы знаем, что все будет добро. Нам нужно спешить. Говорим всем и обо всем. Большое спасибо за ваш толстый прием. Сегодня мы настроены по боевому. И мы благодарны настрою такому. Если честно, рассчитываем мы на победу. Спасибо за внимание. Ждем гостей к нам смело.